14 июля междуреченцы смогут увидеть шоу стронгменов. В городе состоится открытый чемпионат по силовому экстриму. Сейчас междуреченские спортсмены активно готовятся к соревнованиям. Как проходят тренировки – далее. Стронгмены Междуреченска готовятся к чемпионату по силовому экстриму 2018. Ступени мощности, камни Атласа, ось Аполлона, геркулесово удержание и даже смертельная тяга. Название невероятных упражнений. Действительно, кажется, такие тяжести способны поднять только олимпийские боги. Но это реальные люди и реальные соревнования. Чем удивят силачи на этот раз? В рамках нашего фестиваля будут представлены, я думаю, 5-6, максимум 7 упражнений, чтобы не затягивать, но при этом, чтобы была зрелищность. Как правило, самое зрелищное упражнение – это то, что необычно. Ну, предположим, что? Подъем цирковой гантели, так называемый. Ну, представьте, человек за 70-килограммовую гантель одной рукой должен поднять за минуту времени как можно больше раз. Ну, так называемое упражнение – колодец. Конструкция весит килограмм 300-350, там приделаны две ручки, берешь за ручки, внутри стоишь и бежишь. Легонечко, как говорил Никулин, взяли бревнышко и пошли. Перетаскивание автомобиля. Упражнения будут такие, которые вызывают зрелищность, интерес. Плюс к этому, как говорил тот же Михаил Кокляев, упражнения должны не смертельные быть, но при этом они должны быть настолько хороши, чтобы никто не мог повторить их. В этом году чемпионат по силовому экстриму 2018 расширяет границы. Выходит за пределы города. Грандиозное шоу экстрима и мужества ждет 14 июля на территории военно-патриотического лагеря «Ратник». Если тебе 18... И ты еще не нашел цель своей жизни, и ты увлекаешься силовым видом спорта, приходи к нам в силовой экстрим, мы тебя научим.